Польское телебачение представляет. Фильм со страшным названием. Частка восьмая. Сценарист Ежи Немчук. Композитор Ян Поспешальский. Режиссер Лешек Галыш. В фильме выступает великан Гик, трое пленков, Тока, Пинок и Хоболт, Татун, Мамуна, Сонік во власной особе, и Рів, який ніколи не был собою и принял в облик Соніка. Две хляпы, Топік и Топіха, а так само дядок Лесовик, який у этой истории першиню використає одно со своих винаходництвов. Шефе, нам потребный дрот. Долги? Отсюль? И досюль. Вы б не выдурвались, а да помогли мне. Выключено. У нас есть важнейшая праца. Сами гляньте. Великан. Вялизный великан. Я бачу большего. Треба будет скласть удвоя. Отчапитесь его со своим дротом. Не бачите, что у нас вялизная проблема. Дрот потребный, бо со шнурка сорвется. Вы хотите зловить великана? Хтось-ти повинен? На во что? Коли они есть, значит, их треба ловить. Вы не боитесь? Нас же трое, а он один. Ты робишь пранне и не бачишь, что отбывается. Что было б, коли б я не робила пранне? Есть важнейшие справы. Так, як забрудить, запецкать и замазать. Подними голову от болей и глянь. Великан. Як я повешу пранне? Где Рів? Треба ему поведомить. А вось и он. Гэта ж Сонік, сына уже не познаешь. Зараз все высветлим. А, ты тут? Ты чула у лесе великан? Я ничего не чую, бо великан робить надто шмат шуму. Это великан. Мой сябра Гик. Я иду до его. Гик. О, я дранно схавался, коли бачна мое имя. Это я, Рів з гор Тапо. Ты теперь так выглядаешь? Файно. Я люблю детей. Что ты тут робишь? Хаваюся от марбатов. Топік, ты чул? Ён хавается. Вядома, усе чули. Вы бачили великан, які хаваецца ў нашым лесе? Усе бачили. Я ніколі раней не ведаў такой вялікай таямніцы. Ён у небяспецы. Нам трэба яго схаваць.
Невиконально. Великаны надто ж кидаются в очи. Там ничего нема. Як нема? Торба тяжкая. Я ж казав. Гэта бочка дзіравая. Вада працякла. Праверце. Мокра. Годзе выдурвацца. Праз некалькі гадзін усё міне. Гэта ж не калін, маё апошняе вынаходніцтва. Гік гэта вып'е і стане нябачным. Трошкі пачакаем, можа атрымаецца. Ён не найлепш выглядае. Гэтая вадкасць выводзіць веліканаў. Великанам час зникнуть. Хиба не отрымалася. За мало зникалину. Поспробуем иначе. Памятаете, я повидал вам про дробильки. И снова дробильки. Каждый из нас складается с дробилькой, помеж ними состоится простора. А моя вадкость выводит простору помеж дробильками. Яго тут няма. Голы я не выйду. Дайте мне оденье. Я схаваю его в склеп. Не все так просто. Отсуньтеся. Это ненормально. Что деется? Гик важит столько ж, сколько важил. Рация, и он теперь будет сам концентрат самого себе. Проваливается под землю. Треба покласть у яму камень. Мягенькие, как подушечки. Який он твердый. Яго шукаюць марбаты. Мы паможам мамуні зацерці за ім усе сляды. Засталіся нагавіцы. Як добра ў бядзе мець сябро. Веліканавы сябры не мусяць быць вялізнымі. Дастаткова, каб былі добрымі. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Чыталі Сымон Беруся.